Добрый день, уважаемые друзья! С сегодняшним событием, сегодняшней встречей мы продолжаем цикл программ, которые Ульяновское отделение Русского географического общества делает совместно с издательским домом «Ульяновская правда». Такое символичное название этого проекта «Знай наших». Мы хотели бы познакомить всех жителей Ульяновского края, всех неравнодушных к туризму, к путешествиям, географическим открытиям людей с нашими земляками, которые действительно стали своей жизнью, своим примером, ярким таким моментом, яркой страницей в истории ульяновской географии, ульяновского туризма. Сегодня наша встреча проходит в туристическом клубе «Горизонт», и встречаемся мы с Василием Павловичем Сапрыкиным, заслуженным путешественником России, мастером спорта по спортивному туризму. И самое главное в нашем случае, вот что хотелось бы отметить, человеком, подвижничеством которого с 1989 года, уже 32 года, здесь, в Ульяновске, существует детский спортивный клуб «Горизонт», через который за эти годы прошли сотни, тысячи, наверное, даже, мальчишек и девчонок, многие из которых после этого связали свою жизнь с туризмом, с путешествиями, с активным отдыхом. Василий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте все, кто сегодня нас видит и слушает. И пусть эта передача кому-то, может быть, понравится. Ведь так будет, безусловно. Василий Павлович Сапрыкин. К вашим услугам. Первым в Ульяновской области был удостоен звания «Заслуженный путешественник России». Это было в далеком 2007 году. Мы напомним, что это знак или степень отличия, которая присваивается за выдающиеся заслуги в развитии туризма. Есть требования, в соответствии с которыми нужно не менее 20 лет заниматься активно туристической деятельностью, совершить не менее 10 высококатегорийных маршрутов 4-й и 6-й категории сложности. И это действительно, в том числе и в случае с Василием Павловичем, так. Василий Павлович, ну, у каждого есть свой первый шаг, свой первый поход. Когда вы начали заниматься туризмом? Это удивительное время было. Перевелся я в Запорожье политехнический институт на авиационные двигатели. Вы родились в Оренбургской области? Да, родился я в Оренбургской области. Ну, судьба, те времена по комсомольским путевкам, служба в армии на китайской границе, поступление в институт комсомольский на Амуре, находящийся на службе. Ну, а потом перевод на авиационные двигатели, потому что там был только самолетостроение. Ну, и вот там, я не знаю, откуда это появилось в голове, что я захотел посмотреть горы. То есть до студенческой скамьи вы были нормальным ребенком? Да, наверное. Дом, школа? Да, я бегал, катался на велосипеде, участвовал в соревнованиях. Ну, наверное, в Комсомольске-на-Амуре впервые это коснулось, когда мы с другом хотели на каких-то плотах, тогда было модно спускаться по рекам на плотах. Ну, не успели, просто вот перевод в другой город, переезд в другой институт. Но, тем не менее, вот там у меня эта мысль зародилась, которую в 71 году пришлось мне участвовать в группе на майские праздники первой категории сложности на Кавказе. Тогда это близко было, Запорожье. Ну, вот это то начало, которое... Какой это был год? 71 год. 71 год. То есть, да. Можно сказать, что в следующем году мы все рассчитываем в полном здравии дожить до этого периода. Вы конечно, будете отмечать свое своеобразное 50-летие вашей туристской деятельности. Вот для ульяновцев, да и для гостей города, вот могу такое сравнение вольное себе позволить. Мы знаем, что в центре города находится здание Ленинского мемориала, которое построено в 70-м году, на один год раньше, да, которое уже пришло в ветхость, в негодность, которое было построено из стекла и бетона, сейчас его переоблицовывают, ремонтируют. Перед вами человек, я про Василия Павловича, который те же 50 лет прошел, как мы считали тут перед началом нашей беседы, 100 точно, да? Да, около сотни. Около сотни категорийных маршрутов в самых разных уголках России. И, в общем-то, отлично сохранился. Когда был последний маршрут? Когда последний раз рюкзак надевали? Ну, в этом году уже надевал. Ну, это были не сложные, а маршруты спортивные. Прошлый год это был Кавказ, это был еще Кавказ,
Это был пешеходный маршрут по Старомайнскому району. Да, постоянно рюкзак, он у меня, он практически, это как моя одежда, он висит рядом, он снимается каждое воскресенье. Вот сейчас у нас идут тренировки, подготовка команды к Кавказу, это чемпионат Ульяновской области, подготовка команды к Алтаю, это чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов. У победителями нас... которого вы уже были, как был, я понимаю. Да, да? Был, были бы, да, несколько раз, ну, один-два раза победителем и несколько раз призерами на этих чемпионатах, ну и на других, на всероссийских, на международных, тут попутно. Вот, ребята у меня со мной тренируются, естественно, рюкзаки у нас две беговых, две рюкзачных. Немножко секреты приоткрываю по той причине, что тут связано с обстановкой, которую вы прекрасно понимаете, но там, где мы находимся, контактов никаких. То есть, спасибо. Как получилось? Вот вы заболели любовью там, к туризму, именно горному. И потом каким-то образом, кстати, оказались в Ульяновске. Вот вы говорите, что родились в Оренбуржье, служили на Дальнем Востоке, работали в Днепре. Петровске, да? Ну да, в Комсомольске-на-Амуре, то есть когда нашу часть воинскую уже... Это была интересная ситуация, тогда было 50 лет, по-моему, советской власти, очень острые отношения с Китаем были, ну, это мало сказано острые, это действительно была предвоенная вот, ситуация. Вот как ситуация. Раз вот я демобилизовался, через два месяца события были на Даманском, который известен. А мы тогда, помню, вот этот в день 7 ноября, действительно были на передовых линиях, на границе, потому что я служил там на китайской границе, поселок пограничный. Вот, единственное место, где у нас еще вагоны между собой, мы, обмен каких-то товаров был. Вот такая история была. И потом уже, когда немножко помягчило, нас немножко ослабли, нашу часть в Комсомольске-на-Амуре переассоциировали. И тогда вот я поступил в институт, находясь еще в армии. Но я вот поэтому попал вот в Запорожье, потому что там... Тот институт имел двигатели, которые хотел закончить. Запорожье. Да. То есть, если вы служили в 68-м году примерно, да? Да, 69-й, я, по-моему, 69-й. Демобилизовался. То есть, вы года рождения 50-го где-то? 47-й год. 47-й год рождения, да. Ну, если верить. То есть, вам 72 полных года? Ну, на бумаге, да. На бумаге, да. На бумаге, и вот да. Вы продолжаете, вот, по крайней мере, сейчас сказали о том, что в этом году как минимум два больших похода. Два. Кавказ и Алтай. Четыре запланировано, просто, к сожалению, вот ну, ситуация с коронавирусом. Да, оно понятно, да. То есть вы играющий тренер, действующий турист. Играющий тренер, играющий капитан команды и так далее. Покоряете вершины перевала. Конечно. Висите конечно, на веревках, да. Отжимаетесь. Ну, как же. Подтягиваетесь. Подтягиваемся, обжимаемся. Ну да, тренировка, если я не могу похвалиться, что я, скажем, много подтягивался, но и в жизни максимально было 15-16 раз подтягивания, где-то 12-15 пистолетик, это приседание на одной ноге. Ну, до 50 отжимания было, то есть как-то так. Средние показатели, в общем, но они были у меня все, наверное, в норме. Так вы и не ответили пока на вопрос, как вас жизнь и когда связала с Ульяновском? Те далекие времена, сложности были с жильем, с квартирами, мы в Запорожье поженились. А здесь открылась стройка, даже, по-моему, ее в одно время называли Комсомольской. Всесоюзная, да, ударная комсомольская стройка. Да, Ульяновский авиационный промышленный комплекс имени Дмитрия Федоровича Устинова, если я правильно помню. Да, совершенно верно. И вот тогда интересный момент, когда об этом я узнал тоже через горы. Значит, когда мы там перевалы, записки снимали с перевалов, здесь сняли записку одного руководителя Ульяновска, Виктор Анатольевич Осипов. Ну, к сожалению, его сейчас нет. Вот. И, значит, корешки записок мы ему отправляем. Тогда была система такая, да, что конечно. Она и сейчас, кстати, есть. Она и сейчас, да. Он мне пишет письмо, тогда была почта, обычное письмо, конверт. И Василий Павлович говорит, мы проходили перевал в тумане, ни одной фотографии, пожалуйста, пришлите хоть что-то. Я ему высылаю, и он говорит, что вот там у нас строительство этого авиационного завода. То есть туризм, по сути, да, так да. Прямо или косвенно привел вас в Ульяновск? Почти прямо, да, потому что через него, и потом я приехал сюда на собеседование, мы с ним встречались, конечно, очень интересная встреча, мы не знали друг друга, но у нас, понятно, мы туристы, мы... Едины во всем и в этом. Ну все, а потом я сюда, меня вызов пришел, и я переехал сюда. Ну вот,
Устроились работать на авиакомплекс? Конечно, а сразу. Значит, я устроился на начальник участка, замначальника цеха, примерно вот на таком уровне, замначальника отдела. Вот. Ну, командировки были, за границу приходилось там по оборудованию. То есть, ну, сложные были. То есть, были это было в начале 80-х? Да, это было становление, первые директоры, первые, значит, детали самолетов, первые самолеты. Получается, что 32 года существует детский спортивный клуб «Горизонт». Для вас это практически половина жизни. То есть вы, приехав сюда, в Ульяновск, на работу на авиакомплексе, и убежали вот в сферу занятий детским туризмом. Вы знаете историю, когда завод превращали как-то или в разделили на много частей различных, потом хотели, да, там железные дорожные вагоны делать и так далее. И вот тогда у меня была своя организация. Мы открыли, она называлась «Янус». Кстати, понятие «Янус», надо понимать, это не только там двуликий бог. Это древнее италийское божество, покровитель дорог и путешественников. Так что такое было название. Года три я работал. Самое интересное, оно стало на ноги, оно было востребовано. Звонки после этого 2 года. Но судьба распорядилась иначе. Я попадаю на работу в областной комитет спорта к Сысою Валерию Васильевичу. Как родилась идея все-таки детского спортивного клуба? Значит, здесь первое, значит, было устроиться на работу. А второе было дело организовать спортивную секцию на УПК. И эта секция называлась «РА». «РА» – это одно из древних названий Волги. Мы все называли «Раяне». Я помню наши первые соревнования «Бумеранг». Он тогда имел большое развитие. Весенние их слеты, военизированные тогда были, еще автоматы разбирали. Удивительно, да, и вот мы тогда тоже первые грамоты были. Придем скоро к этому, я думаю. Может быть, да. Грамоты были, значит, когда мы получили. И была сильная команда. Тогда Геннадий Васильевич Качкарев у нас был руководителем этого комитета. Все, и пошло. А получилось, значит, когда с детьми, это тоже удивительная история. Я ими занимался, но в основном раньше была молодежь. Молодежь была заводская, потом была полоса, череда студентов. А интересно то, что когда-то, значит, будучи, когда Калмыков Олег Анатольевич был у руля городского спорткомитета некоторое время, и вот тогда у меня появилась идея фестиваля туризма, которая, по-моему, явно не хватало в область. Я вышел к нему, значит, он говорит: это вообще-то ты не прав, это вообще должно быть. И вот 2004 год, когда это был первый фестиваль, удивительно тоже, он сам подключался. Все, и тогда интересный момент был, когда он говорит: Василий Павлович, ну, ты же занимаешься, у тебя дети, давай мы тебя устроим инструктором по спорту. Вот оттуда пошло, а дальше, когда уже начали меняться законодательства, значит, инструктора, значит, определенную роль имели другую, и мне говорят: ты должен быть тренером. И тогда меня перевели тренером. Я доходил до тренера первой категории, то есть это уже высокая. Но мы знаем, что, да, их, я думаю, сейчас наши зрители узнают, да, о том, что вы не только мастер спорта, не только заслуженный путешественник. Да, то есть у вас есть еще и инструкторские титулы, и судейские титулы, и тренерские титулы. И Василий Павлович, для всех нужно пояснить, является сегодня, вот по мнению наших специалистов Федерации спортивного туризма, наверное, входит, ну так давайте скромно скажем, в тройку лучших детских спортивных тренеров страны по туризму. И Ульяновску, я считаю, очень повезло, что приехал в свое время вот по такой комсомольской путевке и по туристической записке к нам, да, сюда Василий, да, Павлович. И жизнь сложилась так, что да, вот уже 32 года это детище в виде детского спортивного клуба. Ну, для многих общественных организаций это очень длительный срок. Многие не доживают до столь преклонного возраста. Это, да, общественное. Большую часть времени вы не были финансируемы. Это действительно энтузиазм, подвижничество. И это особенно ценно, в том числе, а может быть, прежде всего, в наше время непростое. Вот. Все-таки действительно огромное количество детей. И, наверное, на мой взгляд, поразительная история о том, как один человек, увлеченный своим делом, может настроить или вовлечь, привлечь, заинтересовать, ну, таким эффектом заражения сотни тысяч ребятишек. Они станут в жизни разными людьми, многие стали уже состоявшимися людьми, хорошими, но в их жизни была эта страница походы, романтика и детский спортивный клуб «Горизонт».
Ну, конечно, весь Советский Союз я объездил и как турист, и как просто по работе, и как любитель всего. Да, но основные, понятно, я так получилось, что жизнь связал как спорт, как горный вид туризма, вид спорта. Поэтому, значит, ну, наверное, все регионы, все горные районы я побывал. Ну, скажем, начиная от Кавказа, центральный, там, восточный, западный. Интересно сказать, экспедиции мои по Чечне, по Чечено-Ингушетии. Значит, тогда было у нас Чечено-Ингушетия, да. Интересные районы там своеобразные. Но тогда мы замечали интересное поведение местного населения, какое-то немножечко отличающееся. Значит, от советских норм. Ну, на самом деле, что приятно, конечно, везде было доброе отношение к нам, туристам. Это было удивительно. Можно много было рассказывать и на Кавказе о встречах, и в Таджикистане там. Да, вот теперь Памир, значит, потом был Памир, потом был Алтай, Памир-Алай, Мачинский горный узел. То есть там, где были высокие горы, там, значит, конечно, я побывал. Ну, вот Саяна. Саяны, да. Ну, уже это даже не такие высокие горы. Восточный Саян, даже какой-то четверостишься, жалко, что не совсем помню, мы тогда сочинили. Ну, у нас, возможно, район. Записи позволяют вспомнить и дописать. Удивительный район этот. Да, ну, практически в горных районах, может быть, высоких не был немножко на Тяньшане, потому что там обычно такие интересные детские, ну, простые маршруты, Иссык-Куль озеро, я и оставлял как бы на потом. Ну, вот потом немножко изменилась судьба. Разные вот, страны? Конечно. Да, разные страны. Я надеюсь, страны. Не силу вашего возраста? Да. Нет, нет, на самом деле я и сейчас туда рвусь. Я бы хотел на Памир сходить, конечно, удивительное Памирское фирновое плато. Я помню, значит, доброту геологов, метеорологов на метеостанции Феченко на 4200, как они там работали, как они там менялись, много интересного всего. Вот, ну вот. В основном нет проблем, значит, нет проблем, по-моему, там подготовки. Проблемы больше в той команде, которая у меня. Конечно, я посвятил вот себя, наверное, с головой, так мне говорят открытым текстом, детям, подросткам, которых вот сейчас я готовлю и на Кавказ, и на Алтай, а вывести их на Памир, ну, это уже сложный маршрут, это первое. Второе, конечно, расходы, которые, ну, как бы с детьми не совсем соизмеримы. То есть это нужно немножко побольше денег, что родители наверняка зададут вопрос, а зачем это. Вот вы упомянули, что когда принимали участие и побеждали с командой вашего клуба «Горизонт» на соревнованиях Приволжского и федерального округов, это было на Верхнечуйском хребте. Вот, может быть, не все знают, где это. Это вообще ну, где? Скажем, Чуйский, Южно-Чуйский. Северо-Чуйский и Катунский хребты – это горные районы Республики Алтай, это на границе с Монголией. Вот. Что касается, значит, ну, немножко раз уж вы коснулись там каких-то соревновательных побед, да, действительно много. Мне приятно было один из маршрутов, хотя вроде не пятая категория, третья категория, чемпионы международных соревнований. Это Южно-Чуйский хребет, граница с Монголией. Это удивительный сложный маршрут был. Я до сих пор с каким-то холодком вспоминаю моих десятиклассников, одиннадцатиклассников там у меня были. Вот как мы шли, в двух словах ситуация простая была. Лето там превратилось в зиму. То есть мы уехали в лето, а приехали где по колен снега, притом не на вершинах, а вообще снизу начиная. И вот нам удалось этот маршрут пройти. Говорят, что туризм это, особенно вот с детьми, это достаточно опасный вид спорта. Ну, туризм – он опасный вид спорта, просто он, ну, во-первых, он в списке видов спорта с повышенным риском. Тут, извините, никуда не денешься, и он опасный, просто он по сути своей, туризм, он, ну, наверное, имеет, ну, не слово опасности, может быть, элементы риска, повышенного риска. Но это понятно, люди привыкли жить в благоустроенных местах, в городах, квартирах, на шоссе и так далее, со страховкой. Ну, скажем, медицинской, там скорая помощь, поведение, там какие-то знаки дорожные и так далее. А когда мы выходим на маршруты, то мы просто на той в природе, в дикой, в естественной природе. И вы знаете, она не всегда к нам дружелюбна, как иногда мы говорим. Ну, то есть не ходить. Или, ну, ходить, да, но, или ходить, но готовиться, или что? Нет, ходить, готовиться, это однозначно. Как раз
тем она интересна, что это мир, который вообще, в котором мы живем, мы созданы. Мы же вообще-то вышли из природы. Да мы что? Откуда? Нас же не айс принес с соседней девятиэтажки. Я думаю, что мы в природе и находимся. И мы, ну, мы не сейчас. Не вышли мы из нее, да. Не сейчас. Но это вопрос философский. Но, ну, да. То есть ходить, походу, все-таки не так страшно, как иногда мы слышим рассказы все. Ну, давайте подумаем. Ну, тогда вообще нужно запретить выпуск машин, потому что на машинах, на автомобилях, наверное, сейчас при такой массе еще страшнее. Передвигаться. 15 тысяч человек, да, в России. И, да, пожалуйста, результаты. Ежегодно. Некоторые, да, говорят, даже до 18, да, тысяч, по-моему, да, в прошлом году. Результаты. Ну и, к примеру, это вот, продолжая немножечко эту тему, значит, я помню статистику советских времен, когда каждый человек, каждый турист, погибший на маршруте, был известен, максимально тогда было 49 человек. Ну, извините, 15 тысяч, 49 человек, вещи разные. Но на самом деле, значит, везде пишут, вот МЧС мы стоим, там всякие проходим курсы. Ситуация простая, значит, быть в любом месте, пожалуйста, но нужно уметь быть в этом месте. Нужно быть готовым жить там, где вы захотите. То есть нормальная подготовка к нормальная маршруту, подготовка к маршруту, знание маршрута. Трезвая оценка своих технических, да, туристических команды, навыков, команды, да, нормальное снаряжение, доверительно команды, прививки, страховки, это все, да, уведомления, да, контрольно-спасательных, да, отрядов. Однозначно, то, да, есть является сегодня достаточно таким вот, ну, надежным фундаментом, да, от максимального смягчения, что ли, да? Ну, он риск есть, потому что в любом варианте, скажем, делаешь ты переправу на маршруте, и здесь и сейчас не стоит спасатель рядом, не зависает вертолет, то есть если ты переправился правильно, то все нормально. Если ты, значит, что-то случилось, то дальше уже целая цепочка действий, ну, как и положено в этом отношении. У вас лично на маршрутах с ребятишками бывали какие-то ситуации, которые можно назвать чрезвычайными? Травмы, что-то серьезнее травмы? Ну, вот смотрите. Или, да, как обычно, ну, заблудились на пару дней. Нет, но... на пару дней нет, на пару часов, пару дней блудить у меня такого не было и не могло быть. Это просто нельзя. Вот. Да, у меня были часы даже здесь, в Ингелее, когда девчонка, говорив по телефону, отстала на 50-100 метров, и была развилка дорог. И она свернула не туда, куда мы идем. Ну, 2 часа понадобилось. Были случаи интересные, я, конечно, могу рассказать. Тогда полдня, вот, наверное, максимально, когда мы блудили, полдня, когда мы на Памир-Алай шли по тропе по ущелью, и нам нужно было делать заброску в определенное озеро. Идем по тропе, столб, на нем написано 0,3. Все, ребята, 0,3, привал был, достали карты, разобрались, нам сюда. Идем, полдня прошли и в тупик цирка, горного цирка, дальше только горы. Значит, сидим и думаем, почему мы не туда попали. Опять вспоминаем это 0,3, и к ужасу мы вспомнили, догадались, это 0, не 0,3 было, это написано ОЗ, сокращенно озеро, и туда была показана стрелка, совсем в другую сторону. Мы возвращаемся, потеряли целый день, нас другая группа позже выходящая ждет, говорит, ребят, мы вас потеряли, а где вы? Мы стыдно говорим, мы заблудились. Я вот, пожалуйста. То есть, ну, дай бог, чтобы у всех на маршрутах было, ну, настолько трагично. Нет, да, это, ну, конечно, есть, да. Это зависит действительно от мастерства руководителя туристического. Или дочь, буквально в тумане шли, там вот на Кавказе, Северный приют, там Серебряный источник, буквально 5 метров, и все, большие камни, ну, на полчаса, где они, нету. Да. Василий Павлович, вот мы говорим о дальних территориях, о Памир-Алае, о Алтае, а на территории Ульяновской области у вас есть... Ну, великолепный район, вообще Ульяновская область интересная. Тогда вот я помню, когда мы первый раз были у Бабича, ну, знаете такого, да, когда мы, ну, конечно, уже было решено, но тем не менее право высказаться было, где проводить туриаду. То есть, Приволжского федерального округа. Да, Приволжского федерального округа, значит. И я не помню, в Кирове, по-моему, было. И первый же вопрос, когда он задал, ну, где будем проводить? С Кирова парень, по-моему, представитель федерации тогда был, стоит, говорит, в Ульяновской области. Почему? Да, центр Приволжского федерального округа. Ну да, логистический центр. Да, да, ну, я слово тогда такого мы не произносили. Ну вот, смотрите, удивительно. А вот Сенгилейские горы – это удивительное на удивительном.
То есть такой район, который можно делать и спортивные маршруты, значит, просто познавательные, рекреационные, там столько интересного посмотреть, значит, и животные, и голубая глина, и перевалы какие-то даже здесь, можно сказать, вот эти хребтики, ну уж родники там очень много, хороших родников, удивительное место. Спасибо. Да, ну, Староманский район, много леса, змей тоже много. В Сенгилеевском районе там проходим целые государства этих кабанов, когда одни следы, лёжки. У нас все районы Ульяновской области красивые. Это замечательные барышские сосновые леса, это великолепные кузоватовские, богатые там на природные достопримечательности, Зотово озеро, там озеро, которое там Чкалинское. Это великолепное, там, Тирингульский район со Скрипинскими кучурами, это великолепная Кувайская тайга в Сурском районе. Но можно каждый район практически перечислить, как не вспомнить Пионы в Радичевском районе и другие достопримечательности. Их много. Прекрасно, что есть люди, которые, вот я про вас, Василий Павлович, которые сегодня в непростых условиях берут на себя риск, потому что сейчас уже так нужно говорить, заниматься с детьми. Ведь у многих преподавателей в школах сегодня с учетом вот той нормативной базы, которая есть, которая окружена как бы проблема детского туризма, иногда даже чуть-чуть опускаются руки. Мысли вывести детей в многодневный, категорийный спортивный поход за пределы региона в тяжелые, непростые, по крайней мере, горные районы. Ну, просто люди очень в большой задумчивости находятся по этому поводу. И мне кажется, нужно просто отдать вам должное, сказав огромные слова благодарности за то, что вы продолжаете это делать. И делаете это от души, и делаете это очень, на мой взгляд, так вот глубоко и с огромным желанием. Вот как вы считаете, вот комсомол, с точки зрения сегодняшнего времени, он вообще вот такая единая молодежная организация, нужна, не нужна, может быть, она была, как многие говорили, исключительно или в основном идеологическая, или она помогала чему-то важному, там, в становлении подростков и молодежи. Вот ваша точка зрения вот на, скажем, тему комсомола. Нужна ли единая организация? Все говорят, если будет единая организация, это всех под одну гребенку, в один общий строй. Вот, может быть, и не было бы такого Василия Павловича с его уникальным для Ульяновской области клубом «Горизонт». Но все были бы вот в каком-то общем строю. Нужно, конечно, нужна организация. Она может быть, она должна быть гибкой, она должна быть правильной, да, которая могла бы помочь молодежи стать на ноги. Это очень нужно. Ну, мы знаем, что, по крайней мере, есть такая одна организация. Это детский спортивный клуб «Горизонт», которым вы занимаетесь. Куда заведет, оттуда и выведет. Если уж опять же к туристским вещам переходить. И мы с вами сегодня видим, что огромное количество вот плакатов, информации, кубков, грамот здесь. Это все какие-то этапы вашего огромного многолетнего пути. И кроме этих кубков и грамот, фотографий, есть еще целые кладези туристского снаряжения, инвентаря, который вы частично там собирали сами по крупицам, частично изготавливали сами. Я думаю, что тоже очень интересно. Можете вот для всех, кто, возможно, после нашего с вами разговора, кого-нибудь заинтересует возможность, но вдруг захочется прийти самому или родителям, обратиться все-таки с подростками к вам, что-то сказать, пригласить сюда, потому что, вот, мне кажется, вот ваша уникальность для Ульяновска состоит в том, что походы-то ходят у нас. У нас есть хорошие люди, они великолепно работают с туристскими веревками, с карабинами, обвязками, сейчас скажу страшное для многих слово, с айсбайлями. Правильно ведь, да, произнес? Айсбайль есть такой, да. Да, со всеми скальными молотками и так далее. Но они при этом работают как бы для себя. Они живут, ну, по большому счету, для своего удовольствия, для своего успеха, для своего мироощущения. Человек, который не только живет туризмом, но еще и ведет детей, понимая, как мы говорили, что непростые условия, в которых сегодня можно организовать детский спортивный туристский поход, достоин там двойного уважения. Это про вас. Вот я хотел бы еще раз подчеркнуть.
Поэтому здорово, что есть такой спортивный клуб «Горизонт», и прекрасно, что он детский. Вот можете что-то сказать о ваших планах? Ну хорошо, лето, вот вы сказали, Кавказ, Алтай. Следующий, может быть, год, который учебный год, который в сентябре начнется. Готовы принимать ребятишек? Ну, кого заинтересовало, вот кто всерьез воспринял тему нашего с вами разговора сегодняшнего? Мы приглашаем, мы много можем. Мы можем этих ребят куда-то сводить, мы можем их чему-то научить. Мы можем им показать мир, который немножко для них, возможно, будет необычным, потому что они уже привыкли жить по городам, а вообще мир шире. Мир шире, чем улицы, чем регион наш, чем там даже Приволжский округ. Он вообще шире. Россия, она великая страна. И прекраснее, чем улицы, покрытые асфальтом. Ну, это точно. Это и таинственнее, точно, да. И чем уж, двери, да, торгового центра, да, и каким бы фешенебельным, да, бы он ни был. Я, да, правильно продолжаю вашу? Это верно, да. Как раз что-то хотелось Кукина слова вставить. Еду за туманом, за запахом тайги. Да, это дорогого стоит. То это дороже, чудак, чем... Вы чудак. Я вспоминаю песню Юрия Алексеевича Кукина, да? Да. Понимаешь, это странно, очень странно. Да, но да, такой, да, уж, да, я законченный, да, чудак. Это я здорово, гоняюсь за, конечно, туманом. Да, то есть вы чудак, или вы все-таки... Или таким и должен, по вашему мнению, быть нормальный человек? Я не знаю, вот Юрий, может, и назвал, что чудак, но понятие чудак здесь, это здорово, что он человек... Он для рифма, наверное. Да, может быть, человек, он видит не только там, ну, в данном случае, там, не знаю, свое рабочее место или что-то, он видит мир, и он хочет его увидеть шире. Он шире мир. Там есть леса, сосны, там есть там Байкал, горы, там есть ледники, горы, там есть ледники. Скальные расщелины. А почему я должен... Великолепные озера. Мы же секунду в этом бесконечном мире Вселенной. Мы секунда, мы ничто. Мы появились, мелькнули звездочкой, и мы ушли в тот иной мир. И вот эта звездочка, она должна быть длинной. Она должна все охватить, а не только вот, скажем, вот эти стены. Правильно мы с вами завершаем общение, потому что... У любой истории должно быть будущее, должно быть продолжение. Поэтому если кого-то, и ребят, может быть, студентов, заинтересует возможность общаться здесь у вас, в стенах вашего замечательного клуба, имеет смысл сюда приходить, я со своей стороны, Василий Павлович, хочу, во-первых, поблагодарить вас. Не только за сегодняшний разговор, это малая толика. Поблагодарить вас вот за то огромное, что вы... творили и творите на территории города Ульяновска в течение десятилетий. По-всякому они складываются. Мы знаем и Русское географическое общество, с которым вы сотрудничаете, и по возрождению областного турфестиваля, по некоторому количеству других проектов. Знаю, что многие вопросы решаются непросто, но решаются и с помещениями, и с материально-технической базой, и с кадрами. То есть, кроме того, что вы турист, кроме того, что вы турист-педагог, вы еще великий турист-организатор. И за это вам тоже огромное спасибо. И я думаю, что действительно вот это место, оно по праву заслуживает, заслужило уже название такой точки встречи, точки сбора какого-то областного туристского клуба. Мы верим с вами, все неоднократно об этом говорили, что когда-нибудь мы обязательно его возродим, чтобы все люди, которым... есть чем поделиться о своей богатой туристской истории, кому есть что передать следующему поколению и в плане просто фото, видеоархива, в плане своего опыта и в плане своего отношения к природе, к той красоте, потому что, мне кажется, это и есть патриотизм, по большому счету. Обязательно, рано или поздно, любой человек такой здесь оказывается. Огромное вам спасибо, Василий Павлович. Если есть что-то сказать, осталось что-то невысказанным, хочется к кому-то обратиться, вопрос какой-то поднять. Это удобно сделать? Ну, у меня всегда мысли открыты, слова открыты. Значит, ну, понимаете, тяжелые времена, по-моему, они где-то уже, я уверен, они остались позади, потому что вот последние годы очень здорово отношение изменилось. Мир после этого пандемии, он может быть другим. И вы знаете, вот я слышу и передачи в средствах массовой информации, оказывается, уже может быть ситуация такова, что внутри нашей страны больше будет, внутри России, больше будет вот этих мероприятий туристских разных, чем вот сейчас вот деньги в карманы, там Турция или Египет и так далее. И это здорово. Суммируя так, что Василий Сапрыкин, как турист-организатор, говорит, что много сделано за последнее время, но туризму надо помогать. Василий Сапрыкин, как турист-педагог, говорит,
Наши двери широко открыты, приходите. Однозначно. И будем заниматься. Однозначно, и Василий, да. Сапрыкин, как просто турист, говорит, что красота нашей Родины, ее природа, она настолько прекрасна, что всегда найдется, куда сходить, съездить, сплавать. Однозначно. Что на территории Ульяновской области, что на территории нашей великой и очень красивой страны России. Да. Я вот только немножко жалко, что все, не успею посмотреть. Вот я привязан к горам, к высокогорью. Это спортивные маршруты, да, это за 4000. А вот есть Хибины, Урал, Кадар, да, какие-то, вот куда вы собирались. Да-да, мы на Хамардабан. Хамардабан, да. Южное Прибайкалье. Да-да-да, южное. Это тот же самый Чуйский хребет, только чуть-чуть туда вот ушел, он северо-восточнее. Я успеваю готовить в год 4 маршрута спортивных полностью. Это, имеется в виду подготовка подростков, это сложнее, чем люди постарше, да. Больше 4, наверное, никак не успею. А я бы хотел и 8, и 10, например. Идеал недостижим, но замечательно, что вы к нему стремитесь. Приглашаю, да, клуб открытый, и сайт horizont73.ru всем известен. Это важно, так что... Помощь нужна, как всегда. Ваш оптимизм заразитель. Спасибо вам за это. Спасибо за эту встречу. Спасибо, что я мог, может быть, что-то рассказать о туризме. Я очень мало рассказал, потому что времени много. Конечно, много случаев интересных и на Памире, и на Кавказе, и экстремальных случаев, и с детьми смешных много случаев. Но вообще, конечно, добрые везде. Помню, как мы пришли голодные на Фетченко, потому что завхоз у нас был какой-то удивительный человек. Это тоже отдельный разговор про ауру и так далее. Мы с вами обязательно еще раз встретимся в этом проекте или в каком-то другом проекте. У меня даже зреет идея к 1 апреля. Если наши партнеры, издательский дом «Ульяновская правда», будут нас также по-доброму поддерживать, мы можем даже сделать тематический вечер каких-то веселых и смешных историй в туризме, в походах и в путешествиях. Потому что редко какой поход обходится без подобных всяких веселых, смешных, курьезных и прочих случаев. Можно сделать отдельные такие посиделки. Мне кажется, это будет интересная идея. Спасибо большое, спасибо за встречу. Я рад, что мог немножко донести о своем спорте, о спортивном туризме, о туризме вообще.